Количество городов со статусом моно в России уменьшится. Доказать свою эффективность придется и 7 моногородам республики. Об этом сегодня сказали в Доме правительства. Налоговые льготы для резидентов, финансовая поддержка из федерального бюджета и развитие инфраструктуры. За эти бонусы нужно побороться. На 7,5 лет в колонию строгого режима отправили бывшего замначальника Казанского танкового училища. Такой приговор сегодня огласили в гарнизонном военном суде. Экс-полковник Александр Мельник должен выплатить почти 25 миллионов рублей. Один шаг до заветного трофея. Хоккеисты Акбарса в ожидании решающей битвы за Кубок Гагарина. Уже в эту субботу в Татнефть-арене стартует финальная серия матчей против ЦСКА. Сейчас команды проводят заключительные открытые тренировки.